Привет, друзья! Вчера вечером компания прислала нам новый опросник небольшой. Там всего лишь один вопрос задан. На каком языке вы разговариваете? Какой язык вы знаете? Это делается для того, чтобы компания в будущем понимала, какую рекламу вам показывать, на каком языке. Но, как оказалось, у многих в личном кабинете этого опросника нет. И где его искать, что делать? А все очень просто. Нужно просто заново пройти анкетные данные, основную анкету. И там, где стоит вопрос насчет знания языка, там такое есть предложение: знаете ли вы английский язык? Нужно поставить напротив «нет» точку, то есть вы его не знаете. И тогда появится дополнение к этой анкете. Можно на него ответить, и будет заполнены оба эти опросника, основной и дополнительный. Так что все очень просто, это все решаемо. Я сам проверил, это работает. Так что у кого не появилась вот эта дополнительная анкета языковая, просто проходите еще раз основную анкету, и там, где знание английского языка, ставите «нет». И сразу же появляется второй опросник. Ну и само собой, если вы английский язык знаете, если вы им владеете хорошо, тогда оставляйте все как есть. Вам будет приходить реклама на английском языке, она, по всей видимости, будет дороже, чем на русском или на каком-либо другом. Все, всего вам хорошего, всего доброго, до свидания.